30 лет назад он погиб в небе Афганистана, выполняя воинский долг. На счету летчика Александра Звонова 22 боевых вылета, проведение 17 воздушных десантов. Сегодня в школе, где он учился, в память о герое открыли мемориальную доску. Одноклассники своего товарища вспоминают с теплотой. Это был спокойный и очень честный парень. С первым класса он очень любил книги. И вот мы с ним ходили в библиотеку, допустим. Он ходил с рюкзаком, я брал две книги. Я, значит, через месяц давал эти две книги, а он уже несколько раз так походы делал в библиотеку. Идея открыть мемориальную доску впервые прозвучала 5 лет назад на встрече выпускников. Особенно к ней отнеслось старшее поколение ветеранов Великой Отечественной войны. Они очень просили обратить внимание на участников военных конфликтов второй половины 20 века. Потому что они уже и по возрасту не молодые, и они тоже очень многие отдали жизни за свободу и независимость нашей Родины. В школе считают, что преподавать детям историю нужно именно на таких человеческих примерах, а памятная доска станет живым напоминанием об афганских событиях. Валерия Макарова, Константин Головин, «События».